Торговля людьми является тяжким преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год жертвами такого преступления становится около 2,5 миллионов человек. Виды торговли людьми. Трудовая, сексуальная эксплуатация. Попрошайничество. Извлечение органов, детская порнография. Эксплуатация – это главная цель и ключевой элемент торговли людьми. Помните, ваш паспорт должен находиться только у вас. Я против торговли людьми. Я против торговли людьми. Мы против торговли людьми.